Привет, я Инга, рада, что ты заглянул на мой канал. Сегодня у нас с тобой будет сладкий мукбанг. Будем есть сладкий новогодний подарок от компании Конти. Вот в такой он был упаковке. Тут 500 грамм. Типа такой рюкзак. Тут вот эти вот конфеты. Не все конфеты, я там штук 5 съела. Не дотерпела, так сказать. Так, начнем есть самую вкусную. По моему мнению, Тимми, она прям офигенская. Так вот выглядит корневая, круче. Нереально. Шоколад вкусный. Еще и с бананом. Она тоже очень вкусная. Запиваю водой. К сожалению, без чая. Также я обожаю очень батончики. Тоже один уже слопала. Батончики это прям вообще... Сегодня хоть с фоном не накосячил, как в тот раз. Режимы перепутала и даже не заметила сразу. Вчера наконец-то снимала видос со своим желтым парике. Блин, он мне понравился. Цвет, конечно, не то, что мне прям подходит, но уже все, уже он мой. Очень хочу попробовать вот эту. У нее тоже упаковка такая яркая. Прикольная. Шоколео. Такая конфета. Но она не как Тимми. Очень похожа внутренность, как у одних типа конфет. Она как зефирка выглядит, но типа конфета. Там такая же начинка, но я не помню, как она называется. И что-то коричневое еще. Вчера в ТикТоке тоже видела один видос. Не знаю, тренд, не тренд. Там есть эффект в слова, и надо их хлопать, чтобы они появлялись. Это такой гемор. Они вообще не появляются или через раз, долгий раз. Я смотрела одну девчонку, у нее там видосы по звукам прямо сверху. У нее прям все получается. Как она поняла, как работает. Эти эффекты, как он не хлопнет, ни хрена не получается. Давайте умку. Умка. Короче, я с этим эффектом вчера минут 30 пыталась, ни хрена не получилось. Эффекты прикольные. Такая сладкая прям. Все такие были. Не приторные. Не люблю приторные конфеты. Но вообще все приторное. А
Отложим. Попробуй по половинке. Тут еще очень много вот таких конфет. Вот они, 4 штуки. 2 вкуса. Вот такое. Кстати, вот это такая пипка. Не чёшная, кстати, вкусная. Мне только сладковато пошёл. Мне ещё нравится то, что есть тут... Упало что-то. Джек. Маленький. Я такого не видела. Маленький Джек. Мне вкусная конфета. Вот, кстати, вот эта конфета бракованная. Такая попалась. И такая красивая. Я думаю, это брак. Аппарат ее фигово запечатал как-то. Ну или кто там их запечатывает. Хочу вот эту попробовать. Синяя клубника сливки. Такая вафля. Сухая. Начинки нормально. Но сухая. Вот эти, кстати, тоже вкусные. Там серединка такая вкусная. Начинка еще. Я их не буду пробовать, потому что я их еще раз съела. Вот такое одно тоже ела. Сосалка вкусная. Такие, я не знаю, вот вкусные или нет. С апельсином. Такой не пробовала ни разу. Давайте попробуем. Так выглядит. Ну, она такая же, как умка. Такая же прям. Апельсин я не чувствую. Не, ну может что-то есть чуть-чуть. Вкус его. Тоже сладко. Не, ну если ты за раз съешь там пару конфет, то нормально зайдет. Я всегда в детстве, знаете, когда в садик долили. Долили вот эти подарки новогодние. А за твои же деньги. Вот. Я тоже любила все надкусать, все попробовать, невкусно отдать. Так. Давайте вот это съедим. Вот такая мармеладная, очень вкусная. Тоже одну съела. Даже вот на развес таких взять, вообще прикольно. Пчелка напоминает. Только центра, по-моему, нет. Серединки мягкого такого. Тягучего. Давайте попробуем такую. Сладкое созвучие с пломбиром. Я надеюсь, она не как умка. Такая. Там что, желешка? Смородина, конечно, кисляк. Шоколад тут не очень. Он как-то трескается, я не знаю. Очень сильно. Для любителей смородины нормально. Давайте.
Шрек. Я пробовала, давайте попробуем открыть. Я открою, то мы ее попробуем. Вафельные конфеты. Такая вафля. Здесь она вкусная. А вот это, кстати, мне больше нравится. По вкусу, как обычная вафля с белой прослойкой. Такие есть прямоугольные, вот напоминает то же самое. Только тут вафля повкуснее, чем там. Это вкусный. Я еще ела вот такую конфету из набора. Очень тоже вкусно, мне понравилось. Ну, у нас с вами вкусы всех разные, поэтому мне понравилось, кому-то не понравится. Вот ее точно захаваю потом до конца. Это понятно тоже, тысячу раз пробую, очень вкусно. Это тоже очень вкусно. Вот это, такие конфеты меня всегда пугают почему-то. Вот. Ну, вот это я тоже, наверное, пробовать. Вообще не буду, не потом. И вот это тоже пососать можно. Я надеюсь, ты кушал вместе со мной. Спасибо тебе большое за просмотр, за внимание. Счастливо и пока.